Привет скитальцам! Сегодня у нас небольшое путешествие, небольшая трофейка, и крайнее время очень мало природы, дождит, какое-то хандровое настроение, но бороться с этим однозначно надо. И сегодня я хотел рассказать и поотвечать на те вопросы, которыми меня уже неоднократно одолевали подписчики, зрители канала. А говорить мы будем сегодня про ножи торговой марки Опинель. Крупнейший и старейший французский производитель карманных традиционных ножей, компания Опинель, Савой, изготавливает в своем ассортименте, имеет множество ножей, которые отличаются по нескольким признакам. Во-первых, они отличаются по так называемому номеру. Ну, например, вот этот нож — это номер 8. Считается в определенных кругах, что номер ножа указывает напрямую на длину его клинка. Ну, то есть восьмерка — это 8 сантиметров. На самом деле это не совсем верно. Почему? Потому что там есть определенная разбежность, хотя закономерность при этом соблюдается. То есть чем больше номер, тем больше нож. У меня есть определенное количество, ну, в данном случае 4 ножа. Было больше, было всякие разные, но в этом наборе есть те ножи, которые наиболее востребованы. Хотя здесь опинелей много не бывает, и усовершенствоваться всегда можно. Итак, самый маленький у меня нож — это нож номер 8. И самый большой у меня — это 12. Есть еще 15, это вот такая на его шевлюка традиционного вида, который, ну, не знаю, это не нож, это какой-то уже там тесак, наверное. Оптимально, как мне кажется, вот если вы хотите опинель и не знаете, с чего начать, стоит, наверное, попробовать, то мне кажется, что самый оптимальный вариант — это будет десятка. Опинель номер 10. Вот он у меня тоже есть в таком вот татуражном чехле. Это мне в честь какого-то праздника подарил Анатолий Васильевич, дядя Толя. Классная вещь, такая очень хедмейная, из голенища сапога, наверное, сделанная. Но тем не менее. Вот он, номер 10. По длине, комфорту удержания и комфорту использования, пожалуй, это самый оптимальный из всех вариантов. Кстати, я его так и получилось, что купил самым первым. По клинку. Длина — это первая характеристика. Вторая характеристика — это материалы, которые здесь используются. Здесь есть два основных варианта. Это либо Inox, ну вот так вот маркировка выглядит, нержавеющая сталь, либо карбон, то есть высокоуглеродистая сталь. Якобы существуют лимитки опинелей, в том числе с использованием всяких там дамасков, но это скорее из экзотики. Мы говорим только о тех ножах, в данном случае, которые действительно популярны. Это Inox, Inox и карбон. Кроме всего прочего, по конструктиву клинка, по геометрии, это вот такой вот классический клип-поинт. В некоторых каталогах такого вида клинок еще называется ятаган. Почему, я не знаю, но вот слышал, что вот такие вот классические, ну, не знаю, наверное, клип, да? Клип-поинт еще где-то называют ятаган. Это первый вариант. И второй вариант — это так называемый филейный нож. Ну, ощутите разницу в геометрии. А самое главное, в чем отличается разница, это толщина клинка. Вот, кстати, два опинеля номер 10. Это у нас, соответственно, классический, ятаганный и вот филейный нож. Толщина клинка также здесь отличается радикально. Кроме того прочего, нож с традиционным клинком, он такой довольно-таки толстый, а филейный нож, вот он такой вот, он очень подвижный. Ну, филейный нож, он и есть филейный нож, под свои задачи это необходимо. Отличный вариант для овощей, для фруктов, для рыбы, для снятия филе, ну, соответственно, и так далее. При этом он очень элегантный и, как мы видим,
Здесь немножко другой конструктив рукояти. Другими словами, не такая форма. Так вот, плавно к рукояти. Дело в том, что номер ножа, в данном случае 12, он определяет не только размер клинка, но еще толщину рукояти. Так вот, по толщине рукояти, как мне кажется, наверное, оптимально все-таки опинель номер 9. У меня девятка была, и была в карбоне, мне не понравилось, я от нее как-то по случаю, случилось так, избавился. Восьмерка здесь немножко маловато и тонковато, десяточка чуточку, ну не знаю, но все-таки по совокупности характеристик десятка все-таки будет, наверное, оптимальна. Соответственно, если мы имеем традиционную рукоять, она вот имеет такой вот хвост, рыбий хвост, да, такая специфическая форма, то на филейных ножах здесь рукоять, она более такая, ну, скажем так, элегантная, под стать клинку. И сразу же по материалам рукояти. Значит, большинство ножей опинель обустраивает свои клинки из бука. Это буковая рукоять. Из популярного, из такого ширпотребовского я еще встречал, это орех, оливовое дерево и просто шикардос, это бубинга. Вот это вот деревяшечка на филейном опинеле, это бубинга. Бубинга, кроме того, что она темная, более красивая, более благородное дерево, она еще обладает несомненным преимуществом в том, что она не разбухает в воде. То есть, если буковую рукоятку, да, в случае необходимости клин может быть затруднено, его извлечение, открытие. Почему? Потому что попадает влага, дерево разбухает, и таким образом клин соответственно, приклинивает, да? Извините за тавтологию. То с бубинга этот номер не проходит. Это дерево, ну, практически абсолютно не гигроскопично. Оно, сколько его там не держал в воде, механизм работает просто безупречно. На бубинга попадаются, ну, довольно-таки редко традиционные клинки. И, в принципе, если вы хотите надежность отпирания-запирания, то все-таки заморочиться стоит. Сейчас я сделаю растворимый кофе. И мы с вами продолжим эту самую замечательную историю о не менее замечательных ножах. Вот такая вот целая кофейная лохань у меня получается. По тем ножам, которые у меня были, которые я использовал, как я покупал, под какие задачи. Ну, во-первых, как я говорил, первым у меня появился это десятка опинель, Айнакс, нержавейка и, ну, в принципе, с нержавейкой, как и в любых других ножах, как той же море, а то в опинеле здесь, конечно, мороки меньше. То есть он сам клин требует минимального ухода, то есть его достаточно протереть, очистить каких-то грязи, продуктов питания и все, как бы. То с нержавейкой, вот, например, как восьмерка, здесь мне немножко пришлось повозиться. Во-первых, она требует соответствующего ухода. Если вы оставили, то она покрывается патиной, затем ржавчиной, затем очень интенсивно корродирует, появляются рытвины, раковины. Ну, в общем, как любая высокоуглеродистая сталь, соответственно, требует определенного ухода. Но когда я купил вот эту вот десятку, то мне сразу не понравилось поперечный сатин. Да, здесь на ножах есть вот такой довольно-таки, его даже слышно. Ну, не знаю, насколько слышно, но мне слышно. Вот этот вот поперечный сатин, мне не очень он понравился, и я его решил убрать. В результате я потом ставил, да, почти убрал, потом ставил целый ряд экспериментов по заточке этих ножей и так далее. Поэтому здесь клин находится, ну, в таком, скажем, очень-очень рабочем состоянии. Именно на этой десятке. Здесь различные следы различных способов заточки, различных экспериментов и так далее. К сведению, здесь по гринду клин спущен от обуха. И здесь мы имеем
слегка выпуклую линзу. Причем линза на ноже сведена практически в ноль. Почему практически? Потому что здесь есть небольшой микроподвод. Так вот, на вот этой десятке я старался сделать так, чтобы этот микроподвод убрать, чтобы линза, ну, была линзой как таковой. Сначала это удалось, потом я его еще переточил несколько раз. Ну, в общем, в результате нож очень экспериментальный, но при этом вполне рабочий и справляется. Восьмерка со сталью, высокоуглеродистой сталью. Кстати, этот нож в такой конфигурации, говорят, что по некоторым данным, один из самых популярных карманных и десишных ножей во Франции. То есть это не просто так, это, ну, практически какая-то целая легенда, пласт ножевой культуры и так далее. То есть каждого второго француза, если вы обратитесь к нему, то вы увидите, что в кармане у него находится вот Апинель номер 8. Не знаю, насколько это правда, но тем не менее. Так вот, здесь углеродка, я здесь полностью убрал микроподвод, здесь абсолютно полная линза, немножко постарался убрать ее выпуклость и полностью, соответственно, убрал сати. То есть с этим ножом мне довелось повозиться наиболее полно. Плюс ко всему прочему, здесь, ну, соответственно, есть маркировки на самом клинке, но убраны маркировки на рукояти. Если мы обратимся, вот здесь тоже, кстати, на десятке нету маркировок. Брал не приходилось. Если вот мы обратимся, то вот на 12 номере Апинель Савой Франце. Савой — это, соответственно, провинция, где делают вот эти вот самые ножи. Ну и сразу, если смотрим на маркировку, Апинель Inox, соответственно, производитель Inox, сталь или карбон. И здесь мы имеем вот такой вот значок компании Апинель. Это, ну, какой-то вот такой вот жест рукой. Это так называемое епифство. Сейчас еще раз скажу. Корона епископа или перст епископа, потому что здесь есть, ну, ладонь, да, с оттопыренными пальцами, и корона. Символ, который принадлежит этой самой провинции Савой, и которую, соответственно, компания Апинель ставит как лого именно на свои ножи. Причем этот символ немножко видоизменялся там от модели к модели, от времени производства и так далее, но в целом сохранился вот уже на протяжении более 100 лет. Да-да, компания Апинель эти ножи делает более 100 лет. То есть это, ну, это такая традиция. Традиция просто традиционная. Так вот, восьмерочка здесь у нас, здесь я пришлось повозиться, и нож, который, ну, доставил мне хлопот. Но в то же время, на сегодняшний день, не знаю, он мне очень нравится, нож великолепен, маленький, удобный для овощей, для каких-то мелких задач, просто здорово. И затем у меня появился вот этот вот десятка филейник, нож очень филигранный. Ну, то есть гибкость лезвия, вот если мы обратимся, то здесь, ну, просто высочайшая. Филейник, он и есть филейник. Здесь у нас зеркало на поверхностях, в отличие от других ножей, где поперечный сатин. Да, еще хотел чего сказать. Я сказал про самый большой, это номер 15, и самый маленький — это номер 2. Номер 2 — это брелок, наключный брелок, которого даже нету замка. Он просто открывается и за счет трения держится. Ну, такая себе фишка на каждый день в стиле компании Апинель, ну, для того, чтобы не забывали, как бы, что мы есть. Да? Ну и, конечно же, стоит упомянуть о традиционном апинелевском замке, так называемый вирлок, который, собственно говоря, и делает этот нож узнаваемый вот уже на протяжении более века. Итак, нож складной, соответственно, закрывается при помощи вот этого вот кольца, который вирлок называется, вращается, да, вот таким вот образом нож закрыт в сложенном состоянии. Если мы поворачиваем кольцо, открываем лезвие и можем закрыть лезвие либо в одну сторону, либо в другую. Причем кольцо, этот замок, он является саморегулирующимся, то есть
Здесь мы видим вот такой вот клин, да, и по мере того, как изнашивается пяточка клинка, сам замок, деревянная часть ножа, рукоять, то мы можем поджимать либо более, либо менее. Соответственно, здесь никаких абсолютно люфтов нету, они выбираются при каждом открытии и закрытии. Такой себе саморегулирующийся механизм. Но для того, чтобы нож обслужить, иногда это кольцо приходится снимать. Снимается кольцо следующим образом. Мы закрываем клин, закрываем кольцо и в этом положении открываем клинок. В результате у нас это колечко, соответственно, слетает. Вот таким вот образом выглядит. Это сталь, очень такая пружинистая, закаленная. Ну, когда мы снимаем колечко, то мы получаем доступ к непосредственно осевому узлу и видим, что здесь соответствующая стальная оковка и осевой, который фиксирует, собственно говоря, наш клин в рукояти. Вот таким образом все это выглядит. Но так как рукоять ножа изготавливается и из довольно такая, ну и одевается, соответственно, в обратном порядке, да? Изготавливается рукоять из довольно-таки гигроскопичного материала, особенно это касается бука, поэтому рекомендуется либо пропитывать рукоять, соответственно, маслом, например, тем же самым льняным. Ну, кстати, я пробовал пропитывать баллистолом, тоже неплохо получается. Ну, либо совсем радикальные меры, которые заключаются в проварке рукояти в этом самом льняном масле. И при этом полностью вытесняется влага, которая содержится, и пустоты, поры дерева заполняются маслом, и таким образом деревяха становится не, ну или минимально гигроскопичной. Такие радикальные меры по апгрейду. А вообще говорят о том, что если вы идете в лес с ножом Опинель, то помимо ножа вам нужно еще взять и мультитул, для того, чтобы в случае того, когда ваш нож приклинит, то вам нужен мультитул, чтобы его открыть. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке, соответственно, есть только доля шутки, потому что, да, действительно, бывает так, что если вы нож оставили мокрый, или оставили в воде, или просто он отсырел, то в результате вы можете обнаружить то, что вы не сможете открыть этот нож, или, по крайней мере, открытие будет очень затруднено. Поэтому деревяха, традиция, она требует определенного внимание себе и требует определенных усилий для того, чтобы все это работало. Ну и кроме всего прочего, кроме вот бука и бубинга, рукояти бывают еще, ну и других пород дерева, рукояти еще бывают из рога или из кости. Ну и соответственно, чем материал более дорогой, то и соответственно цена этого, в сущности, очень-очень недорогого ножа будет увеличиваться. Годятся ли эти ножи для аутдура? Ну, это сложный вопрос. Почему? Потому что ножи все-таки традиционные, и здесь для производителя и для потребителя это в конечном счете главное выдержать стиль. Главное быть последовательным тем наработкам компании Опинель, которые сохранились на протяжении вот уже более века. Для традиционных аутдурных задач это скорее очень специфический инструмент. И если вы его берете в поход, в лес, на вылазку, то вы должны четко понимать его возможности и пределы этих возможностей. А они весьма и весьма. Ну, во-первых, клин очень довольно-таки филигранный. Да, на таком вот большом ноже, как номер 12, здесь мы имеем не толстый обух, здесь что-то порядка 2 мм. И, соответственно, очень тонкое сведение. Что делает этот нож малопригодным для жестких работ по дереву? Казалось бы, большой нож, да, такой тяжелый клин. Но если мы врезаемся в деревяху, то нам режущую кромку, работая по дереву, это, кстати, дуб, режет очень неплохо. Но если мы делаем какую-то более или менее силовую работу, то нам режущую кромку на клинке очень просто свернуть, сделать, ну, загнуть ее, да. Поэтому этот нож, да, несмотря на свои размеры, он предназначен для довольно-таки филигранных работ. Я бы сказал, что
Если вы хотите выдержать свой стиль и вам нравится, да, вот такой вот антуражный нож, да, вам нравится традиция, то опинель — это скорее это какой-то запасной нож в карман или в сумку, который выручит вас при определенном выполнении определенных задач. И в первую очередь это рез продуктов. Вот по продуктам этот нож работает просто изумительно. Классная геометрия, тонкое сведение. Все в этом ноже говорит о том, что он очень неплохо порежет сыр, колбасу, хлебушек, овощи, фрукты, арбузик, дыньку, ну и так далее. Вот это его стихия. Рассчитывать на этот нож для каких-то более серьезных работ, для того, чтобы потом оказаться, что вы остались вообще без ножа, я думаю, не стоит. В Найфомании существует целое направление любителей ножей от компании Опинель. Ну, это определенный фетиш, это определенная харизма этих ножей, это дань традиции и верность истории, но не более того. Справедливости ради стоит сказать, что в современных условиях аутдура, да, этот нож, он слаб. Он слаб. И для того, чтобы не случилось то, чего не хочется случиться, все-таки лучше выбрать нож, более приспособленный под эти задачи. Но с недавних пор компания Opinel изготавливает ножи из более современных материалов, немножко поджимаю, да, которые предназначены для аутдура. Ну, например, у нее Opinel есть та же модель, которая, ну, если я не ошибаюсь, она и называется аутдур. Она более функциональна по своим характеристикам. В ней используется пластиковая рукоятка. Немножко изменена форма клинка, там добавлены какие-то инструменты минимальные. Я не видел этот нож в эксплуатации, у меня его нет. Но мне кажется, что это смотрится, ну, немножко, скажем так, несуразно. Почему? Потому что нож Опинель — это классика. Это классика, это традиция, это то, что хочется брать в руку и то, чем хочется пользоваться. Понимаете? То есть... разработка на этой базе, причем с использованием того же самого вероблока, этого самого кольца, каких-то современных ножей, ну, это немножко, как по мне, не то. Но справедливости ради заметить надо, что компания Opinel все-таки параллельно с вот этими традиционными ножами пытается развивать какие-то современные тенденции. Получается, на мой взгляд, пока не очень, но позывы уже хорошо. Ну и кроме всего прочего, хотелось бы сказать, что компания Opinel, помимо вот этих вот складных ножей, изготавливает целый ряд ножей для работы по кухне, кухонных ножей. Там довольно-таки развитая линейка, товарная линейка, да, этих самых ножиков. Очень даже неплохие, и в принципе, если вам на кухне нужен нож дешево, но сердито, то Opinel, Tramontina, недорогие Викториноксы, ну, вы понимаете, да, ряд, он там нормально вписывается. Да, и у компании Opinel есть еще один нож, который называется, с одной стороны называется нож грибника, а с другой стороны называется нож садовода, ну, разное название. Смысл в том, что клинок имеет такую вот яркую крюкообразную форму, загнутый, то есть предназначенный для срезания, по одной версии по срезанию, для срезания грибов, а по другой версии для прививки растений, да, прививки садовых растений. И здесь вот с торца, вот здесь имеется вот кисточка. Ну, вот так вот. Ну, кстати, на основном канале на Opinel грибной тоже есть обзор. Ну, как и на все эти ножи. Сегодня я хотел просто рассказать с точки зрения леса, похода, аутдура, как я вижу эти ножики. Ну вот как-то так. Поэтому, если есть вопросы, спрашивайте в комментариях. Чего знаю, расскажу. Чего не знаю, попытаюсь найти ответы на вопросы. Ну или там побросаться какими-нибудь ссылками на полезные ресурсы.